Соревнования проводятся в одиночном катании по всем юношеским и спортивным разрядам в возрастных категориях от 3 до 15 лет. В первый день спортсмены Саранской спортивной школы Олимпийского резерва по фигурному катанию уже успели проявить себя и завоевать первые награды. Так, первое место во втором юношеском разряде заняла Елизавета Лапшина. Наградил победителей и дал оценку работе Саранской школы фигурного катания на коньках председатель Федерации фигурного катания Мордовии Владимир Грибанов. Оценка, естественно, положительная, потому что более 250 ребятишек занимаются фигурным катанием. Но что касается результатов, хотелось бы, конечно, чтобы наши спортсмены почаще принимали участие в финалах соревнований. Но это у нас еще впереди. После церемонии награждения для выполнения третьего юношеского разряда на лед вышла новая партия фигуристов. Всего в соревнованиях принимает участие около 200 спортсменов из Пензенской, Саратовской, Нижегородской и Ульяновской областей. Соперники сильные, однако тренеры в своих воспитанниках не сомневаются. Мы всегда стараемся показывать максимум, насколько мы способны. То, что мы способны показать на текущий момент, стараемся максимально хорошо откатать программу и с каждым стартом улучшать себя в первую очередь. И тогда, соответственно, будет и результат. Кто-то выигрывает, кто-то испытывает разочарование, поэтому в этом очень большой интерес. Надеюсь, мы очень рады, что здесь рядом Саранск у нас с починками, поэтому нам очень удобно часто ездить сюда. Как и на любых соревнованиях, тут не обходится без взлетов и падений, однако юные спортсмены выкладываются на все 100%. Ведь, как известно, эти соревнования традиционно станут для спортсменов контрольным стартом перед более крупными турнирами. Они у нас внесены в единый календарь проведенных мероприятий. Проводятся они ежегодно, поэтому уже из года в год у нас практически участники приезжают из всех же регионов страны. С ними очень плотно сотрудничаем, и они всегда с радостью приезжают к нам. Впереди еще один финальный день турнира, десятки выступлений и побед. Ирина Суконкина, Владимир Надькин, Народные новости.